Сегодня провели одну тренировку утром, предыгровую. Там размялись немножко, поиграли квадратики, поиграли в футбол. Немножко поработали в конце над теорией. Так весь день отдыхали, готовимся к завтрашней игре. Ну, надеемся победить. Тренер требует дисциплину, как бы на тренировке более серьезно относиться к тренировкам, к играм. Вот завтра у нас контрольная игра. Сегодня на тренировке атмосфера была совсем другим. Ну, пацаны все серьезно относились к тренировке. Завтра игра, надо нам побеждать обязательно и поехать домой с хорошим настроением.